печное топливо из старых автомобильных покрышек. Такое, казалось бы, нужное дело организовал один запорожский предприниматель. Но пренебрег получением необходимых разрешений, в том числе на вредные выбросы. Из-за этого попал в поле зрения налоговой милиции. В итоге производство остановлено, а оборудование конфисковано. Производство организовали еще весной в Заводском районе. Из старых автомобильных шин путем пиролиза добывали печное топливо, которое используется в котельных. Но ныне столь актуальная утилизация вторсырья оказалась незаконной. Никаких официальных разрешений у предприятия не было. Тем более, любое такое производство имеет статус экологически небезопасного. Так, в этом случае уже установлено, что на каждую тонну переработанных покрышек выделялось 400 килограммов сажи и 200 вредных газов. Данное производство является экологически вредным при, так скажем, разложение этих фракций, состоящих, материалов, состоящих в автомобильных шинах, образуется соединение фосфора, хлора, серы. В данном случае одним из таких неизвестных широко диоксин выделяется. То есть сколько улетело в атмосферу, мы на сегодняшний день оценить мы не можем. Деятельность предприятия сотрудники налоговой милиции пресекли в августе. Было изъято 6 тонн печного топлива и 35 тонн отходов производства. Оборудование конфисковали почти на 2 миллиона гривен. Дело завели на директора предприятия. За то, что несколько месяцев отравлял окружающую среду, ему грозит штраф 340 гривен. Больше по административному кодексу никак.